Всем кул, с вами Клерк, и я думаю, это последняя новость о моем проекте Last Days. Перед глобальным обновлением перехода версии Minecraft на 1.7.10. В общем-то, сейчас я вот на дворе у нас без 8 минут второй час ночи. И я доделываю анимацию. То есть оружие уже все готово. Вот оно. Вот. И я доделываю анимацию. Вот как вы можете наблюдать. Рука уже дергается как надо, правая. Осталось настроить левую. Вот. Сейчас покажу здесь. Да. Ну, если на винтовках это выглядит более-менее, то на пистолетах это, ну, такой вот ужас творится, который меня, в общем-то, не очень устраивает. Ну, я надеюсь, что я смогу это поправить. Что ссылочка на мой проект будет в описании. И вот, я думаю, уже сегодня, завтра, послезавтра. Сегодня у нас 5 число. 2 часа ночи. Выйдет это обновление. Так что, если вы хотите поиграть, то, как я уже сказал, ссылочка будет в описании. Карта пока что небольшая. В частности, только Электрозаводск, но мы постараемся ее достроить. Перестроить в некоторых местах. Вот. Ну, в общем-то, всем спасибо. С вами был Клерк. И пока.